Это предпоследний этап студенческой спартакиады в этом году. Турнир проводится по круговой системе. Победители определяются в командном зачете по общему количеству побед. Организаторы отмечают высокий уровень подготовки спортсменов. Ребята играют уже не первый год. Проводят турниры, это каждый год у них проходят спартакиады. Сегодня 5 команд. Ребята, я уже многих знаю. Интересные ребята, очень хорошо играют в шахматы. Можно смотреть за игрой и наслаждаться неожиданностями от их выбора. Каждая игра длится не более 10 минут. С этого года Федерацией шахмат было принято правило одной руки. Согласно ему, игрок имеет право переключать часы и переставлять фигуры только одной рукой. Если шахматист нарушает это правило, ему засчитывается поражение. Среди игроков есть как начинающие, так уже и опытные шахматисты. Екатерина Иванова интеллектуальной игрой увлечена с детства. На этих соревнованиях она первая одерживает победу, применив комбинацию мат 4 хода. Научил шахматам меня папа где-то с 3 лет. Так получилось, что я с ним постоянно играла, и вот уже в университете предложили, вот будет шахматный турнир. И по итогам соревнований внутри вузов, внутри университета, я вышла сюда, и так получилось, что первая партия закончилась очень легко, детский мат, девочка его, к сожалению, не знала. Это такая игра, которая развивает, она заставляет тебя думать, она заставляет тебя думать наперед и просчитывать ходы. Это очень полезно не только как в игре, но и вообще в нашей жизни, продумывать свои действия наперед. По итогам турнира на третьем месте студенты филиала Сочинского университета. На втором – команда Анапского сельскохозяйственного техникума. Победителями соревнований стали шахматисты Анапского индустриального техникума. Следующим этапом спартакиады станут соревнования по настольному теннису. Они пройдут уже в эту пятницу. Сама же спартакиада завершится в апреле будущего года. Руслан Душевский, Анапа регион.